и хаос у французской провинции Британии. Акцию протеста там устроили фермеры. Доведенные до отчаяния бедственным положением, они перекрыли одну из национальных трасс покрышками и подожгли их. В результате автомобильное движение было парализовано на несколько часов. Для разгона манифестантов прибыл спецназ. Напомню, многие европейские сельхозпроизводители оказались на грани банкротства из-за падения цен на их продукцию. Положение фермеров усугубляют санкции в отношении нашей страны. В итоге они потеряли один из крупнейших рынков сбыта.